ваши овации! Ну, ребята, теперь точно понятно, вам не хватает вокалиста. Вот так, чтобы в конце красиво кричать «Кировское!» Мне кажется, каждый год на День Шахтера есть хорошая традиция проверять, какая сторона громче кричит, правая или левая. А ну-ка, светоинженеры, осветите нам, пожалуйста, нашу трибуну. О, ну вот теперь другое дело. Внимание, проверяем. Мы это делаем каждый год, я думаю, все уже привыкли. Ну так где? Левая. Вот, теперь оно. А теперь все вместе. И левая, и правая, и центр. 3, 4. Вот так Кировская встречает любимых артистов. Я еще раз хочу выразить огромную благодарность компании ДТЭК, шахте «Комсомолец» Донбасса, за то, что каждый год Кировская празднует День Шахтера здесь, на стадионе. Лучшие артисты выходят на сцену. Я надеюсь, на нашей сцене все готово. И я просто требую бурю оваций, бурю эмоций. Потому что сегодня в Кировском на День Шахтера суперзвезда украинской эстрады, народная артистка Украины, золотой голос Украины, Таисия Павлі! Бідна, втимна, на
сел ко мне, обжегся где-то свои крылья и не смог лететь. Рука моих согрелся ты и попросил попить воды. Выходила, оба раза удачно. Послушайте.